все разные, веселые и классные, смешные и цветастые, идут спина к спине. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, хватит! Ты бы лучше делом занялся! Эй, верни! Чтобы быть готовым к любой ситуации, надо много читать, а не дурачиться. А я считаю, для этого надо тренироваться. Ой. Ботя, ну извини, я не специально. Эй, вы куда? Подождите. Ботя, не переживай. Далеко она улететь не могла. Это не она? Не она. А это не она? Это же Гулливер! А если есть Гулливер, то есть и... Ботя, что ты делаешь? Книжки надо читать. Но свою я, кажется, уже никогда не отыщу. Дружище, перед тобой самый быстрый и ловкий рюкзак в мире. С моей подготовкой мы ее вмиг разыщем. Но библиотека огромная. Это как искать иголку в стоге сена или что-нибудь нужное среди барахла у Молли. Никаких «но». Чем быстрее приступим, тем быстрее она будет у тебя. Идем. Я и не знал, что здесь столько книг. Это целый книжный лабиринт. Когда столько историй собирается вместе, боюсь представить, с чем мы можем столкнуться. Каждый поворот таит неизведанные миры и опасные встречи. Поэтому думаю... Надо разделиться! Ты вообще меня слушаешь? Бежим! Ребята, о чем вы вообще думали, когда мы разделялись? Я понял! Наверное, дракон думает, что Молли принцесса! Принцесса? Что ж. Да, после такого я уже готов ко всему. Но не к этому! Ничего! Ботя, что нам делать? Ты же читал! Похоже, это снежный человек! Страшный монстр из мифа! Прошу прощения, никакой я не монстр.
Ребята, вы случайно не это потеряли? Спасибо, мистер Снежный Монстр. Я не монстр. Я нашел вашу энциклопедию и гонялся за вами весь день, чтобы вернуть, пока вы играли с милыми жителями моей библиотеки. Милыми? Простите, мистер Снежный Монстр. Но они нас чуть не разорвали! Это все обитатели разнообразных миров, которые удивительным образом воссоединяются среди книг. А я хранитель этого места. Проще говоря, библиотекарь. Скажите, мистер Снежный Монстр-библиотекарь, а про лямкобол тоже бывают книги? Конечно! Я и не думал, что книжные приключения – это так увлекательно! До свидания! Возвращайтесь за любыми историями! Очень рады гостям!